14 августа в рамках празднования Дня физкультурника в Десногорске прошел региональный этап всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч-2021». Спортивные площадки Десногорска уже не в первый раз становятся центром областных юношеских соревнований. На этот раз в город съехались команды из 6 районных центров – Рудни, Духовщины, Рославля, Демидова, Починка и Смоленска. Среди участников также были спортсмены Десногорска. На торжественной церемонии открытия гостям обратился заместитель главы города Александр Новиков. Очень приятно, что региональный этап проходит в нашем маленьком красивом, замечательном городе. Хочу пожелать, чтобы все игры были красивыми. Вы показали все, на что можете, на что способны. Победит сильнейший. Кроме администрации Десногорска, организаторами проведения соревнований выступили смоленские подразделения Главного управления спорта, Центра спортивной подготовки сборных команд и Федерации баскетбола. Самое главное, что вы дружите со спортом, любите спорт. И, конечно же, он помогает расти таким человеком, которые хотели бы видеть вас, ваши родители. Мы, как те, кто работает в системе развития спорта, ну и, конечно же, успехов, достижений, здоровья вам. Комплекты наград разыгрывались по возрастным категориям, а также в категориях девушки и юноши. Десногорская команда девочек «Томики» стала лучшей в младшей группе 2005 года рождения и ниже. Не остались без наград и парни. Команда «Импульс» стала серебряным призером, ребята из САЭС заняли первое место. Сразу две медали – золото и серебро – у команды «Динамо». Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.